средней школе номер 14 города Бреста имени Ефима Моисеевича Фомина прошел общешкольный смотр-конкурс «Строя песни». Это традиционное мероприятие в год исторической памяти получилось особенным. Оно посвящено самому великому дню в нашей истории – 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 25-й годовщине присвоения школе имени Ефима Моисеевича Фомина. В преддверии праздничных дат в нашей школе проводится очень много мероприятий, посвященных этим памятным датам. Наши дети ездят на экскурсии в Брестскую крепость героев, в Хатынь и по памятным партизанским местам. Также у нас проводятся уроки памяти, проводятся многие классные часы, проводятся соревнования. Сегодня мы проводим смотр строя и песни, а также военно-спортивную эстафету в рамках военно-спортивной игры «Зорница». Соревнования проходили очень дружно и организованно. Каждый из участников понимал, что здесь и сейчас они все, один за всех и все за одного. Даже педагоги не остались в стороне от этих увлекательных состязаний, как могли помогали своим воспитанникам и, конечно же, переживали за них. Каждый из них на протяжении длительного времени тренировался для того, чтобы показать себя достойно в этом испытании. Что хотелось бы отметить, в данном случае большую инициативу проявляли сами дети. В каждой школе города Бреста есть мемориальный отряд. Это детишки, которые заступают на вахту памяти в Брестской крепости героя, несут вахту у Вечного огня на посту номер один. Такой же мемориальный отряд есть и в нашей школе. В этом году он отстоял, получив отличную оценку, и дети, которые получили опыт несения службы, помогали подготовиться малышам, которые сегодня покажут то, насколько у них это хорошо получилось. В смотре строя и песни оценивались внешний вид, дисциплина, сдача рапорта, выполнение команд, прохождение строем. Марш! Количественный состав отряда, исполнение песни. Он защищал жену свою и сын. Каждый участник постарался показать свои только самые положительные качества – ответственность, умение слаженно работать в команде. Я участвую в конкурсе «Зорница» в первый раз. Для меня это первый опыт. Мы долго и упорно тренировались, многое время тратили на подготовку к соревнованиям. И сейчас надеемся занять призовое место или даже победить. Мы быстро сплотились, мы как ментально чувствуем друг друга, и всегда у нас командная работа. Я заступала в почетном карауле от средней школы номер 14 имени Ефима Моисеевича Фомина города Бреста, в почетном карауле Брестской крепости «Герой». И теперь в рамках этого всего я учу 7-8 классы для проведения «Зорницы». Я считаю, то, что это мероприятие имеет огромную ценность среди молодежи. «Мы это сделали», — говорят ребята, ведь они превозмогли все — и волнение, и тревогу, и они горды тем, что все у них получилось.